Глава государства принял решение на оказание помощи пострадавшим жителям Сирийской Арабской Республики от землетрясения. С этой целью медицинский отряд специального назначения был подготовлен, загружен на борта и готов к оказанию гуманитарной миссии. Нас отправляют на территорию Республики Сирия для оказания медицинской помощи пострадавших от землетрясения. До этого я принимала участие в миротворческой миссии в Ливане, поэтому опыт, я думаю, мы применим уже на деле. Медицинский отряд специального назначения 432-го главного военного клинического госпиталя в количестве 45 человек отправляется в Сирийскую Арабскую Республику для оказания гуманитарной помощи, в частности медицинской помощи, людям, пострадавшим во время землетрясения и после землетрясения. В военно-полевой госпитале будут развернуты следующие отделения: приемное отделение, операционное отделение, госпитальное, диагностическое отделение стоги реанимации и отдельно пункт хозяйственного довольствия. Помощь будем оказывать квалифицированную с элементами специализированной.